Парузин еще сегодня вместе с нами. Он же Шульц. Друзья, и еще сразу зачитаю, а мы будем фотографировать и заново будем челлендж проводить. Леонид Железниченко, Мария Дворянкина, Константин Синяков, Сергей Удалов, Екатерина Вильдецова, Эпи Золотники, Динамо 2. Ну а мы двигаемся к челленджу. Да, Яковлева. Яковлева что-нибудь не Пришкова, Яковлева. Итак, друзья, челлендж, челлендж 15. У нас фронтовик Ульяна Фонарева за женский футбольный клуб ЦСКА и Диана Пономарева за Динамо. Диана, прошу, занимайте место. Ворота, начинайте. Константин Анисимов, прошу, Костя, сейчас команды набегут. Итак, финальте, ворота Диана Пономарева, женский футбольный клуб ЦСКА. Константин Анисимов, решайте, Костя, давай. Вот это красиво! Ну, я скажу, это, наверное, лучший вариант этого челленджа. Ну сейчас решим все-таки пробить, а? Ну! Лена! Подходи к ресту! Вот ты красавец! Итак, Герман Попков, основатель Бэтбум Московского клуба Селебрити. Итак, Герман! Против Ульяны Волковой. 1-0 за Динамо. Вторая серия пенальти. С которой вчера 19-1-1. Известный футболист. Помогаю. 15-1. Это херня. Он белую футболку одел. Олег, вот это белую футболку. Вот видишь, вон у него полосатый. Ничья!